Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на интересный гаджет. В быту он однозначно пригодится, и это именно то устройство, на котором мы не так часто с вами, в общем-то, и смотрим в обзорах. Поэтому давайте вместе разбираться, как это все работает. Для начала хочу рассказать пару слов о бренде Morphy Richards. Это британская компания с более чем 80-летней историей по производству бытовой техники. В 1936 году они стали первым производителем электрических утюгов Великобритании. Сейчас производят много разной техники и является брендом номер один на территории Великобритании. В нашем же случае на обзоре утюг Morphy Richards Turbo Stream Pro IntelliTEM 3100W303210. Первым нас встречает ярко-красочная упаковка, где указаны все основные моменты и характеристики. И, конечно же, давайте посмотрим, что у нас находится внутри в самой коробке, потому как это важно, ведь должна быть какая-то определенная комплектация. А именно, мерный стакан для наполнения утюга водой. Здесь у нас есть вот такая инструкция, дополнительная гарантийная история, а также сам непосредственно герой обзора, то есть утюг. В нижней части у нас ударопрочная керамическая подошва. Легко скользит по ткани и проглаживает любые складки. Ну и тактильно ощущается достаточно гладкой. Вообще внешний сам утюг действительно напоминает некий такой футуристичный гаджет, очень хорошо сделан. По сборке, по каким-то моментам с материалами у меня вообще вопросов быть не может. Очень круто, что здесь очень длинный шнур, 3 метра, что делает утюг более маневренным. Особенно это полезно для постельного белья, например, для штор, когда вы фактически не скованы ничем и можете спокойно разместиться от розетки на приличном расстоянии. Я всегда в каждом утюге обращаю внимание на само крепление. Здесь оно подвижное, в оплетке, таким образом каких-то разрывов или подобных моментов ожидать не стоит. Именно вот по основным моментам тех элементов, которые могут приходить со временем в негодность, здесь все на очень-очень высоком уровне реализовано. Сбоку у нас есть обозначение, соответственно, наполнение водой. Здесь как раз можно понять, например, максимально заполнили водой или нет. С фронтальной части у нас находится переключатель, разбрызгиватель сверху. Есть пар-генератор, который у нас увеличивает или уменьшает количество выдаваемого пара, а также заливка воды. И далее мы сможем спокойно, например, очистить данный утюг. У него действительно много технологий внутри, которые позволяют предотвратить накипь в системе. То есть там, например, есть противоизвездниковый картридж, он как раз поглощает накипь, и функция самоочистки позволяет его очищать, полностью устраняя негативные последствия жесткой воды. В Великобритании 60% территории – это именно жесткая вода, и более 50 лет, занимаясь разработкой, Morphy Richards совершенствовали данную систему и фактически довели ее до идеала. Да и утюга, тем более гарантия, 4 года, что тоже немало. А если вы не знали, то именно нагиб – частая причина поломок утюгов и парогенераторов. В плане управления все реализовано очень удобно. Мощность у нас здесь 3100 ватт. На данный момент это самый мощный на рынке утюг среди всех конкурентов. Греется за 45 секунд, работает в режиме парогенератора, то есть вы в любом случае сможете проникать через несколько слоев одежды, сокращая время глажения вдвое. Также можно гладить в несколько слоев, например, постельное белье, вертикально отпаривать шторы, одежду и так далее. А действительно мощное паровое ускорение сможет справиться легко даже на жестком материале со всеми складками. Очень круто, что сам пар генерируется путем нажатия на кнопку, то есть она находится ровно под указательным пальцем, вообще никуда тянуться не надо, сверху особо ничего нажимать не надо, сверху находится именно разбрызгиватель воды, но не более того. И тут же можно большим пальцем переключать режимы, например, включить режим Max или включить режим IntelliTEMP. Это как раз крутая технология, которая позволяет подбирать оптимальную температуру глажения, то есть вам не нужно вручную настраивать температуру. Утюг регулирует ее автоматически, поэтому глажка становится проще и быстрее, ускоряется процесс глажки, не нужно ждать, пока утюг остынет или нагреется. Он позволяет избежать пригорания ткани, то есть устраняя основную опасность и проблему глажки вещей утюгом. Таким образом, вещи всегда остаются целыми. То есть удобное диджитал управление, вот эти интеллектуальные технологии, но теперь и на страже вашего белья во время глажки. Ну и достижение максимальной эффективности здесь тоже предусмотрено, что вдвойне делает эту технологию интересной. Таким образом, каждое использование утюга будет действительно эффективным, направленным на то, что вы сможете абсолютно использовать все возможности современных технологий для достижения конечного результата. И, конечно же, плюс все будет на страже того, чтобы ваш утюг прослужил максимально долго. Это система самоочистки и система известнякового картриджа, который поглощает накипь, и много-много чего еще. Так что это действительно интересное решение для всех,
тех, кто хотел получить максимум и, самое главное, упростить процесс глажки. Давайте переходить к итогам. По итогам, данный утюг действительно позволяет вам легко справляться с основными поставленными задачами. Дополнительные возможности расширяют вот ту сферу применения, которую вы хотите, и делают, самое главное, глажку еще более эффективной. А это значит, что устройство интересное, доступное относительно по цене и, самое главное, высокого качества. Поэтому искренне вам рекомендую. Актуальную цену смотрите по ссылке в описании, а также она будет продублирована в прикрепленном комментарии. Ссылка. Ну и, конечно, не забывайте поставить большой палец вверх на канал, подписаться, внизу есть красная кнопка, она обязательно должна стать серой. Нажимайте на колокольчик 2 раза, чтобы не пропустить выход новых видео. Пишите ваше мнение в комментариях, мне реально интересно, постараюсь на все ответить. И проделайте это все. Вам не сложно, а для нас это огромная помощь в продвижении видео и канала в целом. И несколько дубров роликов сейчас перед вами. Переходите, смотрите, там тоже много интересных гаджетов и технологий. Кликаем.